Сегодня очень прекрасный день. И все, что мы боялись, что должно произойти вчера или сегодня, не произошло. А тот, кто боялся, боялся зря. Господь сегодня позволил нам встать на наши ноги. Us, us, Давайте мы откроем наши сердца и наши книги для того, чтобы максимум то, что он передать нам хочет, чтобы получить от него. Um чем, мы в прошлом говорили о том, что человек это духовное существо. Это не физическое существо, которое пытается жить духовной жизнью. Но это наоборот духовное существо, которое очень пытается жить физической жизнью. И почему-то по какой-то причине физическое преобладает над, над духовным. Я хочу сегодня поделиться некоторыми мыслями о Духе Святом, который присутствует в нас. Конечно, у Духа Святого есть очень много измерений, и очень сложно все объять,

יש דברים שאנחנו חושבים שיש לנו בפנים. יש טבעי שיקטורים ודומה שאתה אונס אני מדבר על הפיזיה עכשיו. וכשאנחנו מרגישים שמשהו לא בסדר אנחנו משקיעים מעמד, זמן וכסף בשביל לשפר. בעיקר אנשים Особенно... 아, נשים, נשים, נשים. הן מסתכלות על הציפורניים, רוצות לעשות את הג'ל-לייק הזה, כל היום מתעסקות בסערות весь день uh, uh, занимаются своими סביבי всякие покупают крема все различ, uh, различные ולגבר יש שמפוי אחד שהוא בתוכו שלוש דברים לראש, לזה והכל 아, мужчины, uh, Шמפון, אנחנו ממש רוצים להראות טוב, ואם אנחנו מזה, אנחנו בוחנים את עצמנו כל יום И мы хотим выглядеть хорошо, если мы не выглядим, то мы э, плачем. И Если наши зубы кривые от природы, кассов, то мы вкладываем много денег для того, чтобы сделать какие-то операции. Если я понимаю, что у меня сердце больное, и у меня высокое давление, то я иду к врачу, он мне выписывает лекарства, которые я должен принимать каждый день, и я их принимаю и не забываю это делать. Мы занимаемся этим каждый день, более или менее того, но мы это делаем каждый день. ויש רכיבים רוחניים שהם גם חשובים לקיימות שלנו יש וגם אותו שווה לבחון כל יום, אז האם זה חי בתוכי, עומד בתוכי זה מתפקד בכלל או образом, אולי, אולי, אולי אני צריך ללכת לרופא быть, אולי אני צריך לקבל איזה כבר מכת חשמל שכי כבר יש... שהרוח בתוכי גוססת uh, רוח הקודש שאלוהים שם בתוכנו זה חלק uh, יותר משווה Дух Святой, который Бог поместил внутри нас, это более чем важная часть. И нам нужно каждый день уделять этому достаточно внимания. Яков 4, И послание Якова, 4 глава, 5 стих. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание о даревности, любит Дух, живущий в нас?

אנחנו קצת או הרבה מודעים על היסטוריה של התפתחות של רוח הקודש בתוך אדם. (אומר בערבית: מי בולי למני אזניים היסטורי (אומר בערבית: ראוי יסלח לנו אלוהים שאנחנו ננסה לפשט את זה היום בשביל להבין את זה יותר). (אומר רוח הקודש אותו <אז> הדבר שאלוהים השכין בתוכנו מבראשית

איך אלוהים חילק את השכינה שלו או אנחנו רואים איך אלוהים הפעיל את השכינה שלו בתוך אנשים מסוימים או קבוצה של אנשים אפשר לראות את זה בתוך משה ואז כתוב שאלוהים לקח מרוחו И тогда мы помним, что тот дух, который пребывал на Моше, он взял духа и помазал также 70 старейшин. Мы видим про царя Давида и царя Шаула И хотя он не до конца был верен Богу, но Бог помазал его своим Духом Святым. Зорвавель. И очень много разных uh, людей, это те истории, которые мы читаем, было определенное присутствие. И uh, мы понимаем, что Бог помазал определенных людей, которых Он решил помазать. Таким образом это выглядит. Uh, действительно ли такого состояния и положения я не знаю, не уверен. כאשר אנחנו מדברים על אנשים לא מאמינים היום אנחנו מסתכלים כביכול מהצד ואפשר לראות את זה במיוחד אצל אנשים צעירים אלה שאחרי צבא נוסעים להודו совершить поездку в Индию New Age like that, и, и пытаются глубже узнать все uh, практики New Age и йоги и всего остального почему они это делают Потому что внутренний дух, душа, который у нас есть, он как магнит ищет וזה לא נותן להם מנוח, הם חייבים לחפש כשהם מוצאים משהו דומה אז הם נרגעים тому подобное нечто похожее, а то они успокаиваются. Когда они вступают в какой-то духовный мир, и неважно, от Бога он или нет, но они получают некоторое удовлетворение. И есть намного больше, намного более простое понятие, это совесть.

ответа почему таким образом потому что если я человек который не верит в творца и, и, и у меня есть деньги и возможности нет вообще ничего плохого в том что каждый день убивать и насиловать людей это, это закон джунглей Закон джунглей — это выживает сильнейший. Но когда кто-то себя начинает так вести, даже самый законченный атеист скажет, что у тебя нет совести. И это, именно это является духовным корнем, который присутствует в каждом. Просто не каждый может его задействовать или объяснить.

Когда Иешуа ушел, он обещал нам несколько вещей касательно <косател> <на> Духа Святого. Иоанн, Евангелие <косател> Иоанна, 14 глава, 26 стих. Утешили же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам.

и который может звонить, и в телефоне также есть калькулятор, а когда я делаю обновление, то я скачиваю аппликацию Waze, например, что-то, что раньше в моем телефоне не было, и тот же тот самый Waze начинает мне показывать направление, со мной говорить и вообще намного упрощает и улучшает мою жизнь. Почему я так думаю? Потому что мы уже видели это в Танахе, были люди, у которых были совершенно те же способности. Uh, видеть Святого Духа. А, uh, плоды Святого Духа. И дары Святого Духа. Мы не видим ничего нового, но мы видим намного большей численность. Мы видим намного лучшее проявление этой системы. И есть очень много действий Святого Духа. Есть, Мы сейчас прочитаем некоторые.

הוא מלמד מה מלמדים בדרך כלל? שטו וסנמנום אוצ'ט מלמדים בדרך כלל דברים חדשים שהבן אדם לא יודע התגלויות חדשות מידע חדש נובה התקרוויניה היא נובה אינפורמציה על פי זמן ורצון של אלוהים באותו המצב והוא מזכיר שזה אותו דבר חשוב כמו מלמד הוא מזכיר את מה ששכחנו, מזכיר את העבר עקרונות נצחים של המלכות והשורשים שלנו וכל זה הולך ביחד יש עוד הרבה מאוד תפקידים של אור הקודש על פי הכתובים. (יש אישו שמונגה רזליצ'ניך דייסט וסביתו ודוחס, אגלס נפיסניים. ומתוכנו מחלק מתנות. עיאון תג שדיות נאם רזליצ'ניה דרי. על פי מה ש...

הרוח של פחד שמטהלת בעולם זה רוח חזקה מאוד דוח סטראחה כתורי סיבוני גולאי פפסימוםירו ואוצ'ין סילני ואין לנו שום קשר אליו אונס נצ נמניקקוי סוויזי ישנה רוח אחרת שבאמת יודעת לנצח אותו יש דרוגוי דוח פטרוי דוח רוח של גבורה דוח סילי גבורה זה להיות גיבור Сила ⁇ это когда мы становимся э, э, героями. Когда я э, начал это собрание, я не просто так спросил, кто вчера боялся. Кто-то на этой неделе испугался угроз Ирана или нет? לפצל את הקהילה של הרבה מאוד קהילות. בסדר גמור, יפה מאוד. אז כשרוח של פחד ראינו את זה גם בקורונה וגם עכשיו במצב מלחמה. אנחנו פוחדים קדימה мы боимся даже не за то, что происходит сейчас, а боимся за будущее. Наш разум начинает фантазировать. И в основном фантазии являются отрицательными. Все с нами, все закончено. Все мы умрем. И придет Машиах. אני מקצין כן אז יש נוגדן לרוח הזאת זה באמת רוח של גבורה גם מצבים כלכליים זה אותו דבר כשאלה אם עבירו לנו דרך ניסיונות של מצב כלכלי זה קשה אנחנו לא באמת מבינים איך זה ייגמר במיוחד שהמצב כל יום לא משתפר אבל נהיה יותר גרוע אנחנו מתחילים לחשוש מגיע לא משנה כמה אנחנו מנסים להאמין בסופו של דבר מגיע חשש

Написано, если. Знать, а И каждый из нас может ответить на вопрос, живет ли этот uh, дух того, кто воскресил из мертвых машеха во мне или нет. <говорит> Сказать, кен". <говоря> Я так предполагаю, что каждый, находящийся здесь, ответит на вопрос положительно. Потому что мы здесь верующие люди, которые ходят с Богом в каждодневной жизни и видели чудеса и знамения тогда мы можем сказать да дух этот дух божье присутствие живет во мне сейчас и здесь Ahora, ¿sí мы понимаем ли мы что это такое написано что это совершенно тот же дух и который воскресил из мертвых Господа Ишуа. И вы просто представьте, насколько это невероятная сила. И написано, что дух, тот же Дух живет в нас. Совершенно совершенно тот же дух. Тут не написано, что у вас тот же дух, но намного в меньшем проценте. Нет. ובוא uh, و... נשווה את זה ל... למפעל אטומי חוקרים uh, 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 okay. אומרים uh, говорят, אתם יודעים שמצאו את התרחיכים שישו היה בהם ופומנתי שאתו גברי לשתונה שלי Пелены, в которой был замотан в которой было замотано тело еще я не, ну, не, не знаю правда это или нет written, <umba> well dumb, Entonces, essays, такие, что что когда они взяли на исследование взяли на исследование ткань то они сказали что ткань пережила ядерный взрыв машушуах мод мод хаза смотри то есть Пережила какую-то силу, которая сравнима с ядерным взрывом. Неважно, была ли это настоящая плащаница или нет. Но мы все понимаем, что должна быть невероятная сила для того, чтобы оживить мертвого человека. И эта сила живет внутри нас. Это даже немножечко страшно. Когда мы иногда молимся или поем песни поклонения, и мы используем такие э, термины, как ⁇ Пошли нам Твоего Святого Духа а ⁇,⁇ Наполни нас более того, что мы есть ⁇ שלח לנו אש וכל מיני דברים מעניינים, טובים אני פשוט מחלק לכם מחשבות ואני חושב, אלוהים יושב למעלה אומר אבל כבר שמתי את כל החבילה בפנים כשאנחנו מזמינים חבילה מאלי אקספרס מקבלים אותה, פותחים Мы открываем ее, мы волочаем ее, открываем. И шти, блогеры, са А моя жена блогерша все снимает на видео. И мы включаем ее в электричество. И Бог говорит, я вам дал эту полностью посылку. Сам А вы ее положили куда-то дома? И продолжаете просить, дай еще, дай еще. Открой свою посылку. Открой ее, поставь ее на зарядку в электричество, одень ее как одежду. То есть то, для чего она предназначена, используй ее по назначению. Просто нажми на кнопочку «Старт». אני לא מצליח לראות בכתובים ואני לא מכיר את כל הכתובים לא מצליח לזהות את הפעולה הזאת של מה שיורד מעלינו למטה ההפך כתוב שכבר יש משהו נכון הרבה מהקהילות הנוצריות העולמיות הן לוקחות את Многие, особенно христианские общины, берут за пример то событие, которое произошло на праздник Шавот, день Пятидесятницы. Когда все начали говорить языками, и люди, собравшиеся в том месте, каждый начали распознавать свой язык.

באמת שאני לא רואה שמשהו ירד אלא יותר שמשהו התחיל להיות פעיל מתוך האנשים что что, uh, כשאנחנו קוראים uh, לגל"טים בפרק חמש פסלני הגל"טים פעט הגל"בה פסוקים שש עשרה, שבע עשרה, עשרים ושתיים עשרים ושלוש שש נאצית, שם 22-23. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Кротость воздержания, на таковых нет закона. יש פה שני נושאים מאוד חשובים. 2 очень, 2 очень הבריאה הזאת שהייתה לנו בהתחלה של, ה, של הפיזי והרוחני. Uh, to, uh, начале, uh, בגלל שזה כל כך קשה לשילוב. Того, сочетать, אז הם נלחמים אחד בשני. הרוח друг מושמת לרוח והבשר מושך לבשר. Дух тянется к духу, плоть тянется к плоти. И что нам нужно извлечь из этого? Нам нужно понять это. Нам нужно понять такую вещь, что если в машине есть бензин, то она будет ехать, если там он закончится, она остановится. Мы все знаем притчу о черной и белой собаке.

Иногда ей косточку с субботнего стола кидают. И иногда ей удается украсть пищу у черной собаки. И конец белой собаки, думаю, все понимают какой. И там в Она в каком, на каком-то этапе умрет. А черная собака будет сильная и будет жить как нужно. Если мы 99% нашего времени каждодневного только подпитываем плоть, то наша плоть будет в порядке. А если мы духу э, немножечко бросаем остатки, אז הוא לא ישרוד כי הוא לא אונס אלוהים לא אונס הוא הביא לנו בחירה, הבחירה החופשית זאת בריאה כשאנחנו ממשיכים לקרוא את ההתגלעתים אנחנו מדברים על פירות של רוח הקודש יש קהילות מסוימות בעולם שאומרים אם יש לך את מתנת הלשונות יש לך לידה מחדש ואת הטבילה של רוח הקודש אז אני לא אתבייש להגיד שזה שטויות זה מתנות כשאנחנו מדברים על פירות А когда мы говорим о плодах, и каждый может это проверить, как я был до того, как познал Мессию, и что со мной стало без того, что я приложил какие-то усилия,

или если я был э, нервным, раздраженным, в одно утро я встал и решил, сегодня я буду спокойным и терпеливым. Я просто тоже сам про себя знаю. Питом, Вдруг что-то происходит и происходит быстро. И тогда окружающие нас люди, да, могут заметить эту разницу и указать на нее. Это и называется рождением свыше. Это активация того, что всегда было внутри меня. Я не верю, что произошло что-то новое, но то, что включили что-то новое, чтобы оно существовало, это стало. Я очень знаю об этом. И я это знаю, а другие могут это указать. Я думаю, что именно это называется פמזניאם סוויטובה דוכא, אירשדיניאם סווישי וזה גם אפשר להוכיח את זה מקורינטים שלוש עשרה. (אומר בערבית: איתן שבאתם להיכנס לתת את המסט המפיסניה ולתת אותם לתת את הכלבים). שאם אתה עושה הרבה דברים טובים ואתה מרפא חולים ומ... Даже если ты делаешь очень много добрых дел, исцеляешь больных и воскрешаешь мертвых, то есть если ты получил такие дары, которые э, потом получили улучшение, но в тебе нет любви, не тогда оно ничего не стоит. Потому что главнее дары, э, главнее плоды, плоды, а не дары. חשוב לנו להבין את זה נכון שהמתנות חשובות דרי וזני, בשביל לשרת אחד את השני, לחזק את הקהילה דרוגו, אבשינו, אבל הפירות החשובים יותר נו פלדי Если я живу своей жизнью с Богом, у меня есть плоды и все в порядке, то я тогда могу попросить у э, э, отдела обслуживания этой системы подарки, и они мне дадут. כל מיני, מה שאני רוצה או מה שהמערכת רוצה. (אומר בערבית ומתרגם:) יום אחד רציתי שהתקשורת שלי עם אלוהים תשתפר אז ביקשתי את הלשונות.

те важные дары, которые помогут им служить тем людям. Им за руах Слово знания, мудрости или дар утешения. Очень важно понять это. Мы закончим последним стихом из послания Ефесянам, первая глава, семнадцатый стих. כדי שאלוהי אדוננו ישוע המשיח, אבי הכבוד, ייתן לכם רוח של חוכמה והתגלות שתיטיבו לדעת אותו. (אומר בערבית: שתהיה לך את הכלכת שלנו, יהושע המשיח, התחילה, דלווה פרימודרסטי עד קרבניה כפזנן יבוא). הפונקציה הכי חשובה שיש בתוכנו לגבי רוח הקודש, זה באמת אותה רוח של חוכמה והתגלות. בשביל מה? Для чего? Для того, чтобы мы лучше познали Бога, это то, что написано. Чтобы действительно знали Его. לא בשביל שנהיה פתאום חכמים ותיאולוגים ענקיים אבל באמת להבין את האלוהים יותר ויותר ויותר ולהגיע לאמת האבסולוטית ולהיות ביחסים איתו להבין מה הוא רוצה איך הוא אוהב, איך הוא לא אוהב ולהתנהג בהתנהג בהתאם И вести себя соответственно. И после того, как мы выучили, что внутри нас есть очень огромная и сильная система, и это факт, то вопрос остается, каким образом ее задействовать. Как нажать на кнопку старта. Во-первых, это осознание. Это то, что мы сейчас делаем. Это то, что мы делаем каждый шаббат. Понимание и осознание этой системы. Понять, что есть физическое и духовное, и нам нужно вкладывать и в то, и в другое. И как нам активизировать эту систему? Нам нужно задеть эту систему. Uh, как мы uh, задеваем Святого Духа, живущего внутри нас? Uh, как мы делаем так, что она, он начинает реагировать? Uh, это молитва. Экביות. Постоянная молитва. Uh, изучение и размышление над Писаниями. Это поклонение. И все то, что я говорю, все эти три составляющие, это на каждодневной основе, а не раз в неделю. И проверять себя, как происходит ли то, что Дух Святой действует внутри меня. Получаю <святую> ли я новое откровение в течение месяцев или года? Потому что написано, что если Дух Святой действует внутри нас, то мы будем получать новое откровение. Как я отношусь к своей жене, к своим детям или к окружающим меня людям? Если есть улучшение в отношениях, то Дух Святой действует. Мы попытаемся узнать и указать на те плоды, которые есть в нашей жизни. И всегда у нас должно быть желание к улучшению, к совершенствованию. Мы всегда должны хотеть знать больше. Мы должны хотеть переживать больше. متонות, Если есть у меня какие-то дары, мы хотим больше.

חמישים אחוז חמישים אחוז. חצייה בפיסיית פרצנט אף קלדוויץ. כי באמת אם יאללה לב כולנו יכולים להגיד מה האחוזים שאנחנו שמים לבשר ולרוע. פתאום שאתה קש דימוזיץ כזאת פרצנט המתנשני כשטוף קלדוויץ אף דו כשטוף קלדוויץ אף פלוט ما, ما بشבيلנו, И если есть понимание того учения, которое Ишуа дал нам, то можно начать уже вкладывать сегодня или даже сейчас. Аминь.